Да, понял. Ты в ДД. Войт, ты тут? Поехали. Пушистый, проверь там, какого пола. Мне надо тоже минусовать по 6 места. Нет, по-моему, минус он возьму. А, нет, подожди. Нет, и WhatsApp, и... А, и забыл. И чему? Сейчас же нету твинков из рук, я все равно. Я шуманом буду подлезть. Мурок, мурок. А ты видишь? Да, десяду мне. Что вы сегодня, блядь, гиперактивные? Чумно или нет? Нормально, нормально. А покемоны плохие. Их можно не бить, можно убить сначала большого, потом убить этих молдов. То есть не заниматься той хуйней, которая бита занимается, а бить большого молда. Паш, мне шамана на паладина кинет? Нет. Ты же сам себя хотел. Санькой на ханта накидывают, потому что я его загнал на ханта, с ханта на БЦ, потому что Насти не было, Настя опаздывала. И Тиму я накинул, потому что он в очередной раз зашел просто так, не полутав токен, потому что я его продал. То есть, если я залечу на топ шамана, мне ИП на него пойдет? Конечно. Все, что вами заходится сугубо по вашему желанию, ИП летит туда. Все, что заходится по моему указанию, ИП на выбор. Знаете, к примеру, лок не дамажит и мне нужно качать лемы. Я вынужден. А лем дамажит, что ли? Конечно. Их просто не палит на роботе. Как там 35. Просто специально вылетел, чтобы не пойти на него. Да-да. Че? Бахнет, блин. Почему хватает? А, вижу. Каска, кулак, повару. Саня, а что ты рыбу не ешь? Да я вот сел, наелся уже. Обновите каску 7 минут. Поехали. Чего ты думал, так сектан?
что-то сейчас обратил внимание, то что он для идиотов посреди экрана пишет, блядь, ДБМ. Сброс надо. Садьба, по-моему, просто тут. Ты все сорвал, что-то все? А, нет, там один на пол. Не, я берсу отдал. Ну и да, берса плюс. Получается один на пол. Там, а не. Ну, не суть важно. Что-то после берсу, походу, я ворванул. Скинули. Блять, снимите. По домаку проверяй. А он не в танке, блять, сейчас. Нет, он не в танке. И сова сделала курлы. Я на один здесь стою, блять. Это да, фин. И у меня таунт 1,8 секунд. Космос сорвал. Почему у нас LM1 проедет? А я шарил аквапарка. Мне в спину на один мог наяривают. Сейчас купол закончится, дупло умрет. Все, спасибо. Саня, дай гимн на ману. Когда? Я сейчас скину. Где-то стал один счастливый матрас, наконец. Все упало, что ли? Да. Я больше счастлив, чем он, блядь. ГЦ. На скрабче. Не совсем, Паша. Потом я его лутаю, поэтому ты также несчастен. Слышь, несчастливый, блядь. Полик, может ты замерзнешь на балконе? Блять, отдайте Полику, блять. Ты, сука, танчишь, ока, гер. Какой нахуй, отдайте Полику. Раз скажи спасибо за что. Бля, я бы забрал тоже. Вождь, серьгу будешь забирать? Или ты уже лутал? Да вообще надо, нет, я же не забирал, я люди отменил. Ну, ну хорошо. Сейчас посмотрим, там после этого босса включу. Так,
А хотя, иди сейчас, Ром, ладно. Так. Давай, присумали. Ром, прыгай, дал. Я могу до каратеса поменяться с кем-нибудь. Вот эти вот ваши. Сиди пока на жопе ровно. Так, лови, что там? Повару ребаф, каску, кулак и ловите. Так, не умирай. Зачем ты умер? Кто тебя заставлял? А Лира тихо заберет. Консулом мне возможно рыбу забрать. Хорошо, Макс. Там, кстати, секстант кто будет лутать? Мне не надо, значит, скорее всего. Кому не надо? Водика. Я полутал. Это чё, алкоголик Макс там сказал что-то? Где рыба, блин? Я присумоню, Макс, тебя за всех стану. Нет, так просто если кому-то там надо, по ИП у меня ж мало и долго. Да никому не надо. У тебя по приору как раз на него. Ушники есть? Как раз по самому. Ну, я что, выше канала буду. Хорошо. Блять, чё он меня отталкивает? Чё надо сделать? Он всех отталкивает. Чуть дальше стоять, просто максимальный РНЖ. Стоять, где Мурлок кончилось последний раз ДП Аяши. Да, уходи в воду и все, не отталкивает. И хилится все. Саня, стоит где? Олег. Сейчас еще ГП будет. За что? Я в воде сижу. На ебаную тонну рыбы. А, так это от Милика. Петушара, блядь. Из-под клива уйдите. Вы видите, мол. Макрос сейчас отъебел. Он у него есть. Минус есть их там? Да, мне кажется, он тебя не слышит. Это секретный стартап. Савун. Типа, если нет, то странно. Нет, точно не слышит. Лох на советы тут, бля. Потому что тренинг очень важен на самом деле.
Ты это понял спустя сколько, блядь, когда я тебе говорил, забираю ее? Типа... Картодор хорошо заходит. Думал, можно лучше. Жирлок, триню, Саш, которую... Расслабься. Чё? Иди меня. Встань сюда. Еще может, Маринка надумает ее забирать. Триню, которого в транстатике хотя за 200 кусков забрать, хуёй не будет. Ну, дает очень много статов на любой, в принципе, спек. Беги, малышка, беги! Куда мем? Обычной пробежкой можно заявить, кстати, водомет, ты сейчас побежал. Да. Можно через него проплыть, не спеша, тоже заявить. Зачем проплывать, если ты уже сзади? Ну там хитбокс большой, там можно все равно цепануться. Просто зачем бегать, когда можно нырнуть или не нырнуть? Не теряя при этом урон. Его ж снизу можно бить? Ну, как я и говорил. Угу. Пиздить. Неужели я перестану по ебаной мании садиться, блять, на очки? Нет, конечно. Нет. Мне тоже в это не верится. Максимально не верится. Наконец-то кончились всякие рестор-шаманы и паладины. А можно блядь так чисто, ну типа... Кончились! Паш, личка чисто, ну, ну так, чисто поржать, посмотреть. Чисто мастерство. Вот так. Так я как. Наркоман? Да. РПБ? Телефон. Ты только об этом узнал, Паша, или что? Я бы на ретрика взял. Правый череп. Да пих его продать хочет за 6 волды, блядь, я знаю. Я вот лично не продаю такие. Только долгоногие продают. Тихо, тайком собирает энд. Тайком он дыр. Сюда. Сильный. Ты что, не мог найти, кому это сунул? Что там, шрига ушла, да, пизда? Ага. Неудачник. Мне лопата, если тебе не нужен, можешь мне скинуть. Я все впитаю. Большого убить не слышал. Теперь надо будет хасту подбивать. Thank you.
Хотел бы ему уехать. Виду за топ-1, а у Виду... Я... Взяли сколько там дает? Блять, вот почему нельзя было на 3 не сделать тот стат, который там, ну типа на выбор инта или дух? Или изначально дух был? Такого это не было. Кстати, а куда делась триня, которая должна была падать, и там она выборочно должна была быть там? Там такая... Чего? Это вот эта локоть, которая попала, да? Осколок души, который, да? Ага, который прожимаешь и там на интеллект, может, на дух, на силу там. А, ну типа чеш. Типа угорали все, то, что воля кастеровская. Я воля, понял, что это. Воля кастеровская с этого. ЗС, короче, что было. ЗС, да, будет, прикольно. Только интересно, с кого она падает, я. Если он вообще будет. Интересно, какие они там поки сделают. Если там будет один прок, который 30 секунд действует, то это будет весело. А если... А если... Нет, а если будет как воля, то... Бред. Бля, заметили, что она падает сугубо с этих мобов? Да. Сзади в этом. Ой-ой-ой-ой. Дуйте от Кингона? Прикольно. Сзади хуйня вылезла. Не один на КДС, что. Ладно, не рою. Ой-ой-ой. Плюс грошек. Второй раз. Че, вы не можете как-то? Она второй раз убирает. Ну, Паша сказал с ролью, ну ты с ролью. Кучу соберите, пожалуйста, все это говно. В одну желательно. Знаешь, его уже за танки, честно, Фили. Нормально. Просто он Фили отойдет от меня, ты его опять сольешь, опять там. Хрена его вообще Фили. Дерево слишком быстрое.
гнездовая дуртов. Ну спайс. Не гнездовая, а гнездовое. Там гнездовая. Дима, у меня к тебе есть коварный план. На ГП? Нет. Хочешь меня с Долорана отправить? Нет. Это важное дело, которое ради гильдии не требует отлагательств. Банка 10 минут должно быть. Чего? Банк, говорю, 10 минут осталось. А, чё, блядь. А. На каламбурке. Понимаешь, Дима, у человека это, плохое настроение периодически из-за самоизоляции. Надо, надо помочь. Это была давно заготовленная шутейка, я просто забывал про нее постоянно. Каски, каски, каски. Я релот подписал. Ну типа как раз это с одного города идем. Пихач, не надо. Так что ради гильдии придется, Дим. У меня есть. Пойти на такие жертвы. Спасибо. Я слышал эту легенду, что нас моего города. Я тебе потом предысторию шутеечки расскажу. Снеси. Ну, давай, да. Работа. Деревце. Ты пошел на этого? На Пеледина? Угу. Зачем ты на Пеледина пошел? Токена надо забирать. Не-не-не-не-не. Что не-не-не, блять, ты забирал уже отсюда токен. Не-не-не. Кого? Руки нет? Алло. Ему нужно энха делать 4-5, он будет мощь стива. На второй рейд нужен холи паладин. У меня есть. Еще одна полезность в виде третьего спека. Не знаю, в прошлой неделе просто в этих... Пиха, твой энх такой же полезный, как Саша на ШП. Он так нахрен в Африку в урлок не видит. А Саню жалко. Это для шкаф. Души. Шкаф. Давайте посреди стаки. Да я передамажу пеку. Вот одену 4-5. Даже с беспонтовыми тренями передамажу. Пиха, ты на том КД забирал либо голову, либо, блядь, листья, что Паш, на том забирал. КД голову забрал WhatsApp. И руки не упали. А на прошлом КД ты их отдал. Ладно, хуй с тобой говорил. Пашка зря заходил. Пушку заберу, похуй. Тоже вариант, кстати, вариант. Надо каски обновить. Полик. Пизда Полик, это ушам. Иду срочно на одну минуту. Блядь, я тут поехал. Когда полчаса назад? Блять, ну рейд чат, лист. Ну я и говорю, полчаса назад, блять. Одну минуту назад ты хотел сказать. Не мы усижал. Бля, можно как-то. Мобы, мобы. Ловите мобы. Ты спел туда кинь, Саша. Че то.
обычно пиха, жми кнопку. Кстати, есть пиздатая ачива на второй фазе, его потанчить всем, кроме танка. Получили. Там на весь бой нужно, чтобы за весь. Ну, каждая демоническая форма, типа, надо перетанковывать. Короче, потом можно будет сделать. Легкая сотня. Да? Ничего, срывается? Блин, там есть глыба, да, не бить просто, чтобы не срывать на себя. Я не виноват в том, что я его сорвал прямо, когда его увели ко мне. В том, что ты его бил, блять, когда он крутился, ты виноват. В том, что ты глыбу не прожал, ты виноват. В том, что не прожал копии или инвиз, тоже ты виноват. Паша, чё шаман уже? Подтем каменного когтя. Щука. Бендлоу, бей давай быстрее, 6к стало. Не волнуйся, убьём его. Как в жопу ловят топориры, я понять не могу. Ну, крылья. Мастерства не хватает. Это даже не шутка, Фин. Это глупая фраза. Андрес, есть тотем? Давай. Соточки залетели. Во. Это был я один. Ты-то вообще какому? В меня боссу подбили. Опять получается рано, да? Опять купол поставил, как в прошлый раз. Вихрь. Ребят, вот все, кто любит срывать и бегать от босса или умирать от босса, у вас ДБМ же стоит? Да, нет. Старый. Паш,
всех разом махом как-то сдуло, ну хуй знает. Я тебе легко отвечу почему, потому что танк один держал и ту копию, и настоящий... На вас, блять, летят огненные шары, настакивают по вам, и одновременно с этим вихрь, вы так все дружненько. Такое не прохилили, да. А почему один танк? Ну? Может, проблема в них, а не в нас? Спорный момент. Там агро надо набрать, а без Т5 агро не набери. Они оба в Т5. В WhatsApp нет? Да. В смысле, да. А что, скажешь, нет? Дайте, блядь, каску, а. Ну, от Полик, иди и посмотри, в чем. По-моему, заразный. Да. Разошлись. Космос, сука, отойди от меня. Там патрульные идут, еще двое сейчас сагрятся. Блять, он прицепился за мной. Вихрь. Вспышка, вихрь. Первая смерть. Блять, не слышится вихрь, пиха. Я такой, чё, бля? Вихрь захилил, вспышка. Нахрен. Да, их прокрутило, ладно, хуй с вами. Будем считать, что... Бракованный танк попался, блять. Так, ну... Я заколебался, Мурлок, я тебя убиваю, нахуй. Иди сюда. Надо. Надо, заебал стоять возле меня. Ничего ты. Кто его знает? В душе просто.
все. Ларан, мне Алира нужно самовиться. Фин поставил. Ты забирал секстан или не забирал? Будешь ты его забирать или нет? Да, хочу забрать, попробовать. Опять забрать, попробовать, а потом, блядь, не носить. Не, ну какая разница, буду носить его, нет? Я же тещу разную хуйню. Паша, он тебе даст 160 косты, 160 кита статично, блядь, на стакану. Вот и думай. Паша, все топсовы носят его. 200 СПД, 160 кита, 160 косты. Там вопрос, Маринка будет забирать или нет? Маринка говорит нет. Бедозный. Бля, абсолютно все, то, все совы носят секстант. Финмас думает, блядь, буду его носить или он нет. Он ломает систему и посылает вас нахуй. Кстати, заразный. Ну, тогда лучше сумонтить, ты не алкай, он же точно будет его носить. Нурлок. Подвинься мне это, блевотой. 2 секунды. У меня вот вопрос. А чё этих мобов отбрасывать нельзя? Слишком жирные. И тяжёлые. Не, ну, в смысле, блядь? Ну, логично же. Нет. Они тяжелые, ты видишь, они такие большие. Банк, а чем ему спорить? Заразный. А тут обычный махал. Есть вар рядышком какой-нибудь? А что ты еще на пале делаешь? Почему ты еще не на себе? Ну я танчу, ёпты, блядь. Танков нихуя нету, блядь. Чё, ты тебя забрать не хочу? Нет, не надо, я вас справляю. Давай после этого трэша стопнемся, во-первых, при самой Немалеру. Там уже можно подойти? Да. Можно. Давай, перезаходи. Он же не упадет, блядь, 200%. Ты один хуй тут напали не нужен, давай перезаходи. Это что, нормально сидит на пале, потанчит? Не, нужен еще один инер с байером, блядь, сюда. Не столько с байером, сколько с инером. Так, хватит того, что один съебался, второй съебался, блядь, один инер, да? Охуенно. А кто еще съебался? А, лопат, что ли? Да.
А лопату зачем заходит постоянно сюда? Трусы хочет тебя открыть. Штанцы. На минуту в туалет отойду. Банка. Че? А ты зачем сюда пришел? За штанами. Я не трогаю твою шею. Извините. Он уже там расчехлил свой шлем на тебя. Про товар убивает Ромса в любом случае. Так. Перчем. Третьего танка не наблюдаю, Шарик. Шарик, ты где вообще? Я здесь. Да, ну, там земля, так ты, пожалуйста. Когда Шарик сообразит, что ему нужно в танка спекаться. Вообще трэш бить. Это очень интересно, может мы трэш почистим? Не, алло, прием. Чё мы стоим? Спекают Шарю они. Второй пак хватай сразу, иди там сюда. Просыпайтесь, хилы. Вот поэтому я его спекал, блин, Паша. Третьим танком поддержать, понимаю. Чтобы ебало не сломало, как обычно, две пачки хорошо. Блин, у меня у одного бэдлол говорит, как смешарика. Пошли сразу на другую сторону. Также две пачки хватаете. Тяжелые наркотики. Паш, ты лут не поменял, да? Нет. Там семерка выполнена, она мне нужна была. Дойдешь, найдешь ее, я тебе дам лут. Я уже выдвинулся. Он уже стартанул. Сейчас эту пачку облутает. Он большой пришел. Отлично. Так, ловить пидора, пока не сбежал. Горелы. Так, зашлись, милики ушли. Товарищ Полироль, вы близко стоите, явно. Он ищет там, блядь. Все, я готов. Это какой? Что какой? Это тот, что в попу лазит рукой.
Мне иногда кажется, они в отдельной вселенной, блядь, живут. Все, спасибо. Чё, блядь? Чё остановились? Вон две пачки сагрили вам, что ли? Ты проигрывают. Не знаю, тебе нужны вообще прок? Если у тебя стабильный ДПС, то зачем? Чешки, они прокают на... Сколько сейчас скажу? Дима, хватит со своим бесиком разговаривать, садись, рыбу есть. Ну, хватит, я сейчас. Ну, короче, сложно. Блока, можно знать, с кем ты разговариваешь? Сам с собой. Блять, голоса в голове все, успокойся, нормально все. Просто немножечко лоб потек. Что поделать? Бачок потек. Шаря можно? На пульсе, бас-лопата на хранительнице и воид на шамане. Что-то можно стоит? Я спрошу еще раз, а кто дает каски и кто дает МП5? Поле каски. Как вы думаете, нам 6 минут МП5 хватит на босс? Я не думаю, что хватит. Нам не вообще МП5 нет, блядь. Может, Полик, ты раздашь МП5? Один рейтерик раздаст каски, второй кулаки, нет? Ну, сейчас тогда Поле Пауэр перейдет. Тут вообще в поле пауэры касок ни у кого нет. Ну так выставьте, блядь. Выставь на себя крест, на одного из рейтриков каску, на другого кулак. Что за ёбаные проблемы постоянно, блядь? Сука, 12 лет ебаному лечу, а паладины за 12 лет так нихуя не научились нормально разбавкивать. Как это, блядь, работает вообще? Но они же не 12 лет играют. Паша, не больше уже. Я вообще на бок. На БКшек вели вроде. Короче, давай пока так. Я все еще вижу 5 минут на креста на себе. Если он кончится, пик будет материться. Я буду материться. А вы будете лутать ДП. Как такая идея? Мне нравится. Костно, сделай себе все каски. Пусть вон там бафает технология. Ой, дедлифт технология. Блять. Толик, не ходи больше на балкон так долго, ну его нахуй. У меня поле пауэр не работает нормально. Поле пауэр. Тём, ну там же обновить есть кнопка, блядь. Я делаю, но я не могу заменять чужие скиллы, да и свои-то не могу частенько заменить. Чисто они просто не жмутся и все. Просто вытащи на панели благословления чего-то там. Да я уже себе сделал, я другим не сделал. Так, прогресс. МП5 появилось. Как? Да, теперь осталось дождаться чуда с касками.
Все, я верю. Андрес, хары вышел долбиться, иди сюда. От природы добавь сюда еще. И перед полом поставишь их. Ровно перед полом и пойдешь. Уже можно было идти на вайфу. Каска, где, блядь? Каска с бумагом. Дайте, умоляю. Помогите паладинам найти бафы, ради Христа, я заебался ждать. Я просто поставлю Феникс, и мне будет поебать на ваш полипауэр, и я начну КП кидать, и все. Проблема решится сразу, нахуй. Так, если не добафуют, уже с других бафов слетят, блядь. Все, вы получили свой плюс 19 МПП? Да. Отлично. Каск есть, изи. Успех. Всего-то 10 минут, чтобы разбафать тремя персонажами, 25 персонажей. Хибануться, блядь. Поехали. Летящий трезубец, блядь. Урлык. Да хай теряешь, блядь. Он рандом. Да. Хан кидает. Каша, подними его. Бедный фит. Дебавку совет. Чего босс бьет? Ну, смотри, сразу заёрзали, блядь. Все, только в таргет нет. Видишь, шаман? Шамана, веди к нам. Андрес, есть тотем? 100 рублей. Круче, слышно? Было близко, блядь.
Ножки коротенькие и чешутся. Остановился почесать, все, умер. На следующий берсу кто-то другой отдайте дизайнка. Берса. Дал. На лесу тотем есть? Оля, Дим. Я знал. Еще два из коротеньких. Нет, как Космо выжил, загадка, правда. Не, ну тут на самом деле спорно. Ты знаешь, что совпадение каста, блин? Не, нихуя. Не? Просто коротенькие ножки? Так, трусы в банку. Или не перезвет. Мог бы убьем перезвет. Да. Кока, пожалуйста, ну не пуль, ну дай перезайти на друид. Матрасик ты для инвалидов пособие доделал? На джайне? Или все-таки не работает? В смысле, я не доделал? Так мы же проверили и все, на этом забили. Осталось проверить на практике. Еще не готово. Саня, мы в героев сегодня идем или как? Или у тебя работа? Завтра работа, но ты не скажи. Не, завязывайте, блядь, герои нахуй. Ты тоже идешь? Да в смысле, не, я точно не пойду, я сегодня 4 часа спал туда нахуй. Ладно. Паша, а ты идешь? Хз. Не, ну это пиздец. Друзья называют. Еще. Один стихийный фильм смотрит. А потом приходит, добавьте меня в игру, пустите, поменяйте лобби с трех ночек. Да, на обмен киньте. Пиху с того света вытащили, блядь. Это все пиздец. Ну типа у него горит уже один хп, один хп. Что он подыхает, блядь. Сексона не было? Нет. Блять, ну да. Подожди, серьга получается, когда она заряженная на фул, она дает СПД за каждый снятый стат. Ты ее прожимаешь, что с ней теряешь СПД, да? Угу. Под гимн, под финду ее заряжать. Короче, понятно. Угу. Инров все равно я никогда не дождусь ни от кого. Лёва зашел, у меня сразу залетел им. А фильма за хуй дождешься. У тебя, блядь, 70% маны, нахуй тебе нужна, блядь. Нахуй тебе Инер тогда нужен. Короче, бей его, блядь. У совы маны не кончается, блядь. Не кончается. Я имею в виду, что выжил, ладно, выпустил. Помойте, короче.
сбоку ада заберите с дерева. Банка, я молчала, блядь, в чём? Это был Пека, блядь, ты сдумай. Чё я сказал? Это Пека, женский голос запикал. Ну а кто это сделал, по-твоему? Это да. Да, голоса похожи. Он удивился, путает. О. Тебе не стыдно, еще милым это посчитал. Понятно, что с тобой. Вот это. Напомнила тот видос, где... Блядь, как... Я не знаю, с какой это игры, где девчонка смотрела, как в кролика стрелопал. Тут то же самое. Что-то про выживание. The Long Dark вспомнил. Bloodborne. Бля, а я так и не поиграл в него. Я про Bloodborne. Руки не дошли. На своем корыте. Не льсти себе. А оно пойдет у меня, Саня. Угу. Bloodborne? Да. Born? В смысле? На ПЦ, что ли? Да. В смысле? А может этот... есть ПК-версия? Bloodborne. Не ПК-версия, а этот... Какого? PS, что там? Типа эмулятора, симулятора, что? Эмулятор есть. Блять. На... Всё, я оф. Только... Я не помню, там сколько какие-то условия были тупые, я не смогу сделать это. Почему-то так. Все, что ли? Не ставьте, пожалуйста, тотем земли, есть макрос у нас. Пихе просто нравится сила земли, он не может ничего с собой поделать. Осуждаю, бля. Огурчики, да? Пека, а чем ты собираешься 5% бафать? Три. Скоржом. Ожогом или чем? Правда... Два... Ау. Два демона есть, вообще пофиг. Да, да. Эта штука только по соло таргету. А кто там из хилов с травмой был? У Андерса. Что у меня? Блядь, руки под хуй заточены. В смысле, блять? А здесь по всему рейду бить сейчас будет или нет? А? Потому кого трейдит. Тихо, аргументируй. Красную кнопку? Нет, высказывание по поводу Андерса. Он знает, он понял. Я не знаю.
Рейнер, а не тиммейт. А, стоп, босс таунтится, забирай. Поле, где ма... Поле, блядь. Саня, подавись, блядь. Ой, блядь. Спасибо. Ну, чё бы не одновременно с бадлолом, вообще бы цены не было, блядь. У нас секунда разница. Понимаю, блядь. А ты поперёк горло не встал, ничего, блядь? Да нормально всё. Чем больше, сука, можешь заливать, тем быстрее он будет ману тратить. Но никто же не умирает, и... Ты ничего не делаешь. Ну да. Саня, я с ним? Да, давай. Давай. Что это за дебаф сейчас, Паша, думать? Ты про магию, которая диспелится? Угу. Это как попал? Говно, которое... Нет, не пузырь, это говно, которое становишь это. Ну, пузырь. Ну вот он, да, вот он дошел. Да. Типа трапа хантовская. Вау. Почему удобно вот в этой хмине стоять? Потому что с правой стороны, когда они идут, они к чему-то не доходят. И типа разбиваются. Это вот тут слух. Мурок. Никит, больше стал? Еще больше. Никит. Да нет, почему? Понежели же, типа, алвишку. Очень нервы. Убейте нервы, что ли? Не понял. Фут, убейте. Алис, ты эту шею хотел? Туповая шея на хила, на шаму. Отойти нужно на минуту сейчас. Присоедините, пожалуйста, потом. Я просто думал, что она с крипом. Не, это аналог праздничного очарования с целка. Только с красным сокетом еще что-то пришел. Да, только одно, по-моему, сейчас даже уникальное. Да, уникалка. Второе зломано, если я не ошибаюсь, с этого ящика. Хорошо тебе. А можете эту шею линкануть в речи, это, пожалуйста? Так, Тимур, выйдет.